Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Окей, погнали. Как по звуку? Нормально? Ага. Давай, Рэнджер, бро, давай. Блять, я, конечно, донаты все не посмотрю видео. Спасибо, бро, большое. Спасибо. Спасибо. Бля, чуваки, все, хорош донатить. Давайте посмотрим видосики. Да сделаю я погромче, это, по-моему, фу. Хоть фу, блять, ебать. Со смыслом. Я застрял. Мы застряли. Трек охуенный. Что? Что это за игра? Спасибо, спасибо, брат. Можно, пожалуйста, я видео посмотрю, ребят? А мне не могу сделать громче, ребят. А, могу, вот так. Ты заделай накакала, Микси. О, она красивая. То и делаю. Охуенный фартук. Куда ты на меня прыгаешь, блядь? Плюс тильт, спасибо, Владик. Блять, реклама посередине видео. Опа. Контент. Спасибо большое. Очень улучшилось. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо, я стараюсь. Ты куда? Стой. Чуть падение есть. Куда? Мне нужна ложка, бля. О, это бабка? Хуя? Тут у него пол, я думаю, там студия. Блять, твою мать! Он наушники положил на лаваш. Положил наушники на лаваш, блять. Что это? Ебать, что такое? Ой, это штука, которая огнем. Это что, свинарник? Нет, здесь я живу. Про локацию имела в виду. Машки всякие такие приколюхи. Вот, а соответственно, чем больше. Вот этот чел на самом деле очень охуенный контент делает. В плане, он как-то что-то с своим ебалом делает, что-то там переодевается. Это очень круто. Это очень классно, он молодец. Собираешь их? Камера у него жесткая. А, тем больше ты можешь этого, типа, получить от самой системы. Дефолт. Я тоже так делаю обычно. Казалось бы, как такой парень издает такие звуки? Ты долбоёб, не во мне, стреляй вон, он еще бежит рядом, ты долбоёб, блядь! В опенфилде стою, блядь, он нахуй, блядь, вы бы меня видели, он, блядь, он бади с ним. Спасибо большое. Сейчас она на себя, блин, ёбнет. Ой, татухи классные. Татуха, точнее. Мне кажется, там, блин, сгорел. Он какой-то черный. Хватит смотреть видео СПА. Я сейчас... Можно мне голос восстановится, ребят? Я вам спою в конце стрима. Давайте немножко посмотрим пару видосиков. Я вам обязательно спою. Просто сейчас, правда, я сорвала голос. Я не могу сейчас спеть. Вообще не могу. Паук сзади, я не боюсь насекомых. Показывать факт не буду, я слишком вас уважаю. Так можете его убивать через лужу вайпера. Чё ты в меня вошел? Зачем? Блин, на самом деле, я вот тут подумала, дота контент для тех, кто играет доту просто средне или плохо, типа, это вообще не контент. В чем смысл, собственно? Вообще что-то не выкупаю. Я, типа, раньше тоже что-то пыталась стримить доту, я такая посмотрела... Ну, типа, не знаю, мне кажется, это неинтересно. То есть, можно посмотреть доту в исполнении человека, да, если он там играет средне или плохо. Можно посмотреть, конечно, доту в его исполнении, если он харизматичен, интересен и очень веселый. А так, типа, я не знаю, мне кажется, смотрите именно на игру. Ну, или если такие тиммейты, типа... Спасибо большое, бро. Чекну после стрима, maybe, если вспомню, окей? Вас можно
с вас сделать проект на Бонго Камсе. Я, кстати, могу, я таким занимаюсь. А что это? Вы будете как я стримить. А ничего сложного вообще. Да? Будете вот так, как я, сидеть. $8 Ну, я буду вам платить каждое по $5000 в месяц. Остальное все мое. Да? Можно мне такой проект, парни? Все, будете стримерами. А сколько в день надо сделать? Они реально не выкупают, о чем речь типа идет, не? Делать много надо. Много? Много делать надо. Сколько? Ну, один бонусный мне, остальное зрителям. Делать-то надо. Ну, я же говорю, нормальная работа. Они реально не выкупают? Мне кажется, они рофлят, типа. Чем похрустеть-то, блядь, а? Бам! Блядь! Хотела тоже похрустеть, что-то перехотелось. Блять, как классно. Спасибо тому, кто поставил этот трек. Блять, после того, что было в течение последних там 30 минут, это просто рай. Ты в смысле, блять, Оскар? Иди себе это самое. Огромное. Вот кто поставил трек. Спасибо, братан. Блять. Сука, ну. Ну, трек, кстати, прикольный, но я не знаю, кому можно сразу наебали слушать. Значок Wi-Fi на пузе. Ладно, я тоже предлагаю ему глаза поковырять лучше, да. Сучара. Слушайте, а вот те, у кого есть VR, у меня же есть VR, типа. Те, кто играл, у кого есть VR, играл в VR-чат через VR. Как вам вообще, типа, я думаю, может VR-чат как-нибудь стримануть? Не знаю, мне просто кажется, что там челы пиздец неадекватные, типа, я смогу отхватить что-то опять. Нихуёвое. Я спою сейчас, Миракл, дай мне голос восстановить, действительно, я сейчас вообще не в состоянии. При норм, но хейтят, ну, я не знаю, посмотрим. Мне кажется, там бан, типа, просто, я не хочу второй раз забаниться. Черт, у меня все в молоке теперь. Смотрите, какая. Он писает. Девятьсот 928 человек смотрят на то, как чел сыт. Ой, блядь. Где салфетки? Ой, блядь. Чуть инфаркт не схватило. Саня, глянь, какой велик себе взял. S2N Enigma Steel. Модель можешь заценить. Вопрос. Потратил больше 35к. Он идет как горный. Человек, который придет ко мне на концерт в Москве или в Питере, пожалуйста, подари мне Оскар. Я поставлю его рядышком, буду с ним сидеть, раз уж я такая пиздатая актриса. О, Джон Сина, донат ебать в 11 рублей кидает. Ясно, блядь. Это жизнь. Что это? Нормально, блядь! Чувак! Не, жесткий рофл! Жесткий рофл, на самом деле, пиздец. О, нет. Он похож на Гейба чем-то, только моложе и темнее. Не так кажется? Такой же пухленький, такой же усатый. Такой же в очках. Или Гейб без очков, я уже забыла. Нет, стой, блядь! Спасибо, секс. Нет, блядь! Что? Не знаю, мне кажется, у него еще. Мне кажется, что гейб разговаривает точно так же. Знаете, у него рот такой же, типа, когда. Не знаю, как это объяснить, такой. Как-то по-русски. Короче. Ну-ка, ребят. Ой, я видела этот момент. Готовы? В инстаграме. Стрелять. Ебать, я реально обосралась. Ты реально так страшно думаете? Мне кажется, не. О, а там трек от Куроку. И даже какой-то нормальный. Ай, блядь! Я подумала ко мне! Какой ужас! Реально, я с... Я подумала ко мне! Блядь! Так стоп! А, это песня такая. Нажралась, блядь! Ёбаный в рот! Чуваки, губки облизывает. Я знаю много людей, которые губки облизывают. Там девушка готовила резе в
во рту во время минета. Не такая же она и домашняя! Бомж ебаный, чё, опять у мамы денег попросил? Классная цифра. Спасибо. За донат, бро. Пытаюсь шутку понять, чё-то не понимаю. Кто-то понял? Не миракл, а миракл. Английское слово чудо. Бан. Извиняюсь. А. Не такая же она и домашняя. А в чем шутка-то? А, ой. А в чем шутка-то заключалась? Объясните. Надо сам видос посмотреть. Ну, скиньте мне этот видос в личку ВК, если сабы есть у меня в друзьях. Он похож на Дума, кстати, этот чел, который ходит. Соса, блядь! Ой, опять кричал. Ебать, разъебали, блин. Мне было бы грустно, если честно. Я бы хотела так же. Я не знаю, что со мной можно приделать, если... Спасибо, Лил Папич, брат. Неужели сейчас будет видос, где что-то ей приделали? Я знаю. Честно. Эй, эй, эй. Да. Неужели реально? Пиздец, Милон остроумный. Милон, добавь меня в друзья, блядь, реально. Капец, это слишком... Мне было бы реально обидно, если бы про меня такое сделали. Мне было бы обидно. Мне было бы вот обидно. Но я не знаю, что мне можно приделать. Нужно еще. Это светится, это не светится. Что нужно, чтобы это светилось? Просто полить можно чем-нибудь. А, да? Так это вообще охуенно. Типа пошел такой, активизировался, вот именно активизировался. А, вы знаете, этот чел, короче, сказал, что если подпишусь на него в инстаграме, то он закажет футболку с надписью «Тендер либо ей» сердечками. Спасибо большое, бесперспективняк. Амина. Итоги конкурса надо подвести на лайк. Я помню, нахуй мне напоминаете. Я все помню. Спасибо. Ну так вот. И, короче, я подписалась, и он наденет на стримфест футболку, на которой написано «Тендер либо ей» сердечко. Представляете? Приколюх. Такой. А, так, что твоя тачка, бля? Спасибо тебя... большое. Сигну можно купить по ссылке в описании. Там есть мой сайт. Целая, нихуя себе. Такой смотрит назад, там его тачка стоит такая... Ебать, а моя в говно. Ай, спасибо, Сашка из Красноярска. Спасибо большое. Мур-мур-мур-мур-мур. Мур-м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 ур
на 150, наверное, ремонта. Ебать, чувак! Бля, когда на татухе растут волосы, это так забавно выглядит. Сука, он мою ногу трогает. Кейтса, а, кусает, сука. Кейтса, кусает, бля. За ногу левый кусает, убери. Кейтса. Спасибо, Ломака. Полгода, ну а шо? Да, ровно полгода. Спасибо, Ломака. Тихо, ценю. Вони мене щас виїбуть, Кейтса. Вони мене щас виїбуть, тихо-тихо. Іго-го, іго-го. Блядь, нога застряла. Рофл в том, что он говорит на украинском, мне кажется. Да, согласна, Лил, один в один. Один в один, это такая же доска, как Денли. Типа, можете сделать видос, где и доска, и тот чел с носом, пожалуйста. Мне кажется, это просто буду я. Иго-го, блядь. Тихо-тихо-тихо. Все-все-все, братишки, я ухожу. Вот у Гексогена, короче, весь рофл, ну, на стримах, короче, это вот этот. Вот реально, он очень смешно разговаривает. Мне кажется, я его вечно досмотрела, все его знаю. Тихо-тихо. Короче, у Картмана какая-то херня была. Я не понял, короче, у него какая-то болезнь была, и у него кровь из жопы шла. И типа, он думал, что это месячный, и раз у него пошли месячные, он крутой. Я такой думал, ебать, мне тоже надо так сказать. Я пришел в школу и на полном серьезе сказал, пацаны, у меня месячные. Не представляете, я даже училке сказал, она тоже поржала. Весь класс ржал. Hello. Hi. Hello.
Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Бан? Только из бана вышло, парни, сейчас еще бан отвочу. Бан дерево дает. Ига себе, привет! Вау, круто! Красота какая, смотрите, ангел! Камаэль. Камаэль. Круто! А ты сегодня прилетела? Да, сегодня. Круто! Красиво! Ига себе, пацаны, это Камаэль! Охренеть. Инстаграм, бля, как же она выглядит охуенно. Серьезно. Я... Очень круто выглядит. Мы через два тебя пишем, хорошо? Сейчас не снимать тебя? Нет, сейчас снимаю. Ох, ё-моё, царь тузер тебя. Фига. Классный трек, нравится. Спасибо, Миракл. Спасибо, Сашка. Спасибо. Спасибо большое, малыш. От души. Спасибо. Из бочка потекла.